Ну а теперь гениальная Мао. Вот вы слышите, как принимает Асаду. Тонкая, звонкая, похудевшая, по-моему, за этот чемпионат. Несмотря на то, что она совсем не американка, ее любят по всему миру. Не только в США, не только в Азии. Вы знаете, она так долго выигрывала. И долго была на пьедестале. У нее колоссальный опыт. Она всегда была вторая, первая. Она трехкратная чемпионка мира. Она серебряный призер многократный, бронзовый призер. То есть за ее спиной десятилетия. Большой и интересной работы. Чистейшим образом исполнен. Тройной аксель здесь чуть-чуть хуже, шероховатости были. Она справилась. Любимый костер с Риенбергером. Здорово. Наслаждайтесь, мы выключаемся. Thank you.
Второй раз, как на Олимпиаде. Браво, Мао. From Japan, Mao Asada. Браво, Лори Никель. Браво. Я вообще не представляю, как Мао можно не любить. Это вот тот человек, который не имеет национальной принадлежности, который принадлежит фигурному катанию, который вот полностью выкладывается. Я не понимаю, честное слово. Мао прекрасна, она великолепна в любых проявлениях собственного катания. Но Мао Асада, знаменитейший, известнейший тренер. Так, вот она, такси. Да, был недокрут. Нет, был недокрут, и был две ноги, да. Он не поставит Аню в полную спасибо. Нет, нет, конечно, нет. Не поставит. Нет, это был большой недокрут. Она вторым и третьим прыжком скачет Ридбергер. Это же потрясающе. Что они еще поставили? Сейчас влезают, к сожалению, различные проявления. Ее Ридбергер вообще самый лучший прыжок. Ну вот Ридбергер в каскаде, как выяснилось, не самый лучший, который тройной. И еще на Луце, который вот здесь у меня не получился, прям перед нашим бортиком, еще и ребра что выдают. Есть огрехи, конечно. Но все равно Мао потрясающе. Но все равно она пойдет на следующую Олимпиаду. И слава богу. Да, да, пойдет она на следующую Олимпиаду. Она восстановилась. Так что-то у нее побаливает, но она очень терпеливый человек. The score, please, for Mao Asada from Japan. Она обожает то, что она делает. Это в этом ее вся жизнь. Она может заниматься 24 часа в сутки. Отдыхать может буквально, натянув на себя куртку с головой, одеться и 15 минут поспать на матах. На матах ей достаточно, чтобы... 200 баллов набирает Мао Асада. Она первая. При отнюдь не идеальном исполнении произвольной программы, тем не менее, результат 200 баллов вновь ей покорился. В настоящий момент это, конечно, результат, который вряд ли будет достаточен для попадания на пьедестал почета, и тем не менее, Мао снова с нами.